Самое близкое к людям власть – местное самоуправление. Туда не выбирают, туда доходят сами – активные, неравнодушные и деятельные. На этом уровне решают самые близкие населению вопросы. За это общественников благодарили в Барнаульской городской думе. Мы иногда недооцениваем деятельность этих людей, их незаслуги, потому что те действия, которые происходят у нас в городе, то, как город развивается, как он растет, как он становится более комфортным для наших жителей, это же на самом деле в полной мере их незаслуги. Без этого сотворчества не будет никакого положительного успеха. Все в руках команды, уверена Людмила Жердева. Местные власти плюс активисты Совета ветеранов ТОС клуба школы. К примеру, в ее поселке Ганьба так появилась современная спортивная площадка и освещение в конце Ганьбинского тракта. Нам говорили, зачем, когда потом трассу осветили. А вот сейчас у нас будет амбулатория в Березовой, а именно, а как идти, не с Ганьбинского тракта, должна быть дорога. И вот сейчас уже мы в газете прочитали, что в этом году начнется проектно-сметная документация по проезжей части низа Ганьбинского тракта. Мы видим, сколько много сделано губернатором нашего края Виктором Петровичем Хоменко для того, чтобы развивался край и наша столица в этом крае. Мы с вами видим, сколько много делается мэром нашего города Вячеслава Петровича Франко для того, чтобы действительно город был комфортным, уютным. И, конечно же, самое главное, мы видим, сколько много делаете вы. Редко кто из общественников планировал вести бурную деятельность, но по-другому местные проблемы не решить. Равнодушных или не верящих во что-то возможности делать очень много. И как-то вот находить, переубеждать, перевоспитывать трудно. С кадрами, конечно, очень трудный вопрос, но люди, те, которые попадают в нашу сферу, это замечательные люди. Сегодня награды вручили больше 60 замечательным людям – врачам, учителям, артистам, представителям Советов ТОС. И хотя местное самоуправление скорее призвание, завтра вы можете поздравить активистов с профессиональным праздником. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком.